Вот этот человек – герой и гений. Гигант, мыслитель, полководец, вождь. Он рабство цепи разобьет на звенья, все разъяснит, где правда и где ложь. Молвой такой, опутанной льстецами, шли императоры, князья и короли, им поклонялись, вслед их целовали. При жизни культ, возведший на Олимп. Прошли века, и мы себе представим, их воскресили, но одних, без слуг, не страшные, не нужные, и сами к сознанию ненужности придут. Стоит Нерон надменно у вокзала, толпа зевак считает за артиста. Голодным взором ищет хлеба, сала, за подаянием нужно обратиться. Итак, любой издали той пришедший себя на прежний пост не взгромоздит. Гнездо сгорело, одинокий шершень, чужой для всех, нахлебник, паразит. Все те таланты гения в науке, давным-давно отжившее старье, их воскресили в эту жизнь на муки, отжившее само в себе умрет. Представим далее. Стоит апостол Павел с простертой дланью, жест неукротим, благословение вещь, расплавленную лавой, испепеляет новый город Рим. Во все века он нужен, ожидают в лачудах, лачуга в горе, в царственных дворцах. Он гражданин Итарса и Китая, пасхальный гимн для тирании – страх. Так не ищи пути к богатству власти, уже при жизни в них сокрыта смерть. Лишь во Христе без смерти и счастья. С ним примирись, словам его поверь. 21 августа 1986 года, Барнаул, тюрьма.